Добрый день, мои дорогие зрители! Вот такой вечерний Харьков у нас сегодня на проспекте Гагарина, в торговый центр «Класс». Люди еще приходят, покупают подарки, и я сейчас зайду в торговый центр, выберу себе подарочек, посмотрим, что здесь можно купить. Я поднялась на третий этаж торгового центра, и в этом магазине можно купить и мягкие игрушки, и посуду, и постельное белье, и полотенце. В общем, все, что вы пожелаете. В магазине очень большой ассортимент мягких игрушек. Очень много здесь канцелярских товаров, поэтому ребенка можно сюда прийти, подготовить в школу, купить все для школы. Вот смотрите, перед нами стенд с куклами Ло. Они сейчас очень популярны. Цены, конечно, высокие, но куклы очень качественные. Больше 4000, больше 2000, 3000. В общем, цены разные. Здесь целые наборы с этих кукол, видите? Всевозможные. Вот сейчас посмотрим, что там дальше. Снова Лолы. Видите цены? Они уже прям уже комплектами продаются. Вот такие куколки. Ну, куколки не дешевые, хочу вам сказать. Видите, 1174, 826 гривен. В общем, цены разные. Есть акции на детский ассортимент. Сейчас быстро пробегусь по магазину, посмотрим, что там дальше продается. Так, здесь что? Здесь вот канцелярские товары, как я вам говорила. Видите? Очень всего много. Такое все красивое. Можно прийти и купить. Так, вот, пожалуйста. Вот ручки. Сколько ручек. И ручки, и тетрадки, и папки всякие. Рюкзачки. Вот сейчас смотрите вверху, какие рюкзачки. Видите? Красивые. Пакеты. Ну, в общем... В общем, на любой вкус, на любой цвет. Кому что надо. Вот папки, пожалуйста. А вот и посуда. Сейчас посмотрим чашечки. Так, что у нас здесь с чашечками? Акции есть на чашке. Смотрите, какая красивая чашка. 165 гривен. Ничего так, очень оригинальная. Так, давайте посмотрим дальше. 81 гривня. Можно купить на подарочек 74. Эти уже подороже. А вот какая интересная чашка. Ну, тяжеловато, вам хочу сказать. Так, это у нас графины для воды. Так, тарелки, наборы тарелок. Видите, цены показаны не на весь комплект, а именно вот тарелочки отдельно, чайнички. Да. Бокалы. Давайте посмотрим на бокалы. Так, это у нас Келлих. 189 гривен. Это цена набора. В наборе 6 штук. Кому надо, приходите, можете покупать. Так, 200, 300, в районах 200, 300 гривен, 400 гривен. Вот тарелочки. Сколько стоит тарелка? Цена за штуку. 40 гривен, 45 гривен. Так, сейчас посмотрим эту тарелочку. Так, эта тарелочка 29 гривен. Так, вот такая тарелочка стоит 28 гривен. Сейчас посмотрим вот эту квадратную тарелочку. Так, это 37 гривен. Ну, неплохая такая, оригинальная. Сейчас пойдем посмотрим на фужеры, на бокалы. Здесь очень большой ассортимент. Смотрите, сколько. Видите, очень большой. И для вина, и для коньяку, для виски, для бренди. Кому какие нужны. Там еще дальше. В общем, сейчас я буду определяться с подарком. Не выдержала, подошла к свечам. Смотрите, какие праздничные свечи. Очень красивые. Всех цветов, размеров. Цены соответствующие тоже различные. Вот, пожалуйста, как красиво. Смотрите. Прям все в тон. С праздничными свечами красиво. Сейчас подойдем к этому стенду. Здесь совсем другая посуда. Совсем другая, но очень оригинальная. Мне нравится. Красиво. Итак, друзья, хороший магазин. Можно купить все, что хотите. Кому нужен такой ассортимент, приходите сюда.